Сегодня я хочу вам предложить приготовить манжу. Это болгарское овощное блюдо. Манжа – это очень-очень вкусно. И готовится очень-очень легко. Как, впрочем, и все на нашем канале. Для ее приготовления мы взяли 6 маленьких молоденьких баклажанчиков, 2 болгарских перчика, 2 морковки, 2 луковицы, 2 зубка чеснока и 2 помидорчика, вот он, уже порезанный, пучок зелени, соль, перец и столовую ложку сахара. Вся подготовка к приготовлению занимает не более 10 минут и заключается только в нарезке овощей. Все остальное время приготовления занимает термическая обработка. Лучок тоже нарезаем кубиками. Морковку соломкой. Перчик нарезаем квадратиками. Кстати, чтобы ваши нарезанные синие не потемнели, можете опустить их в подсоленную воду. Тогда они не изменят свой цвет. Нарезаем петрушечку и чесночок. Ну вот, на всю подготовку, то есть нарезку овощей, у меня ушло ровно 9 минут. Теперь обжариваем лучок до золотистого цвета. Лучок обжарили, добавляем морковочку. Также обжариваем ее в течение нескольких минут. Слили воду из баклажанов и высыпаем их также в сковороду. Вот здесь овощи жарятся, мы их перчим, солим. И продолжаем обжаривать. По готовности доводим баклажаны. Баклажаны почти готовы. И это помидорчики и зелень с болгарским перцем. Тщательно перемешиваем, продолжаем теперь уже тушить в томатном соусе. В конце бросаем лавровый листик, чесночок, перемешиваем и доводим до готовности. И также добавляем столовую ложку сахарка в нашу манжу для придания оригинального вкуса. И продолжаем тушить до готовности. Осень – благословенное время для приготовления овощных блюд. Манжа. Прошу к столу.